привет! Меня зовут Даша Косенкова. И, как вы поняли по названию ролика, это тематическая неделя с классом. Если честно, я ее не планировала снимать. Так просто получилось. Я снимала не каждый день, но тут есть дни, которые можно посмотреть, и они очень даже классно у нас получились. Вообще, ролик снимался в декабре, в конце декабря. Но давайте закроем глаза на то, что сейчас февраль. Хорошо? Ладно, не буду долго тянуть. Приятного просмотра! Да. Противоположность Евгения Никонова. Кто это? Тоже Калинин, да? Владимир Леонидович. Вот, но обратите внимание, он сосед его по деревьям, по полю. Местом Лавин. Вот, то есть соседи тоже сейчас помещики, парень, помещик, парень. Виталий. Вот это недалеко от поместья. Виталий. Виталий. Вы заметили, что ваш познакомился? Надо вот это. Время. Они были разные. Хотя по возрасту они были все, честно. Но близкие по возрасту. Может быть. Потому что дружба, которая связалась между... Мне открой! Да, откройте! Это русский язык. Кирилл. Кирилл не может открыть дверь, потому что нам не открывают. Да откройте! Левый пацан. Что? Скажи пару слов о нашем дне. Куда ты лезешь, Артём? День пиздец. Одна, блядь, еле проколола нож, блядь. Вторая, ты не засняла меня. Вот, блядь, сними крупным планом вот этих двух, блядь. Меня бить не надо. Давай. Что мы сегодня сделали с Леной? Посмотрите на нее. Вот это мы ее обещали. Это в школе сделали. Где Павло? Вон он, Даня. Дань. Короче. Я не вижу, что я там. Даня. Скажи что-нибудь. А что? Об этом можно. Пару слов о нашем. Настя устала. А что у меня интервью не брала? А у тебя каждый день беру. Близняшки. Вика, скажи пару слов о дне сегодняшнем. Да я нормально себя сниму. Давай. У меня, блин, привычка только фоткать. Что о сегодняшнем дне? Все пришли в черном, как будто на траур, а я в белом, как обычно. А я белый человек. Потом тапочки покажешь. Красота. А меня снять. Смотри, какая сейчас. Опа-на. Дорогие гости, дорогие зрители, сегодня мы покажем исчезновение Даши. Давайте, смотрите. Вот она стоит, Даша. Мы все прекрасно видим это. Итак, раз, два, три. Па-бам! А ее нету. И сейчас мы вернем на место.
Давайте. Раз, два, три. Па-бам! Короче, третий день учёбы в школе. Ой-ой. Дорогие подписчики, на ваших глазах происходит, как цыгане воруют детей. Примерно такие умные. Я цыганка. А теперь вы знаете, что я цыганка. Итак, короче, ты не мешаешь. Естественно. У нас третий день учёбы в школе. Мы приходим с игрушками. Это вот её, вот нас. Моя. Она у меня украла, она тоже цыганка. И в тапочках. Цвети йода. Да, вот такие вот йода. Йода. Бэтмен 2.0. Чё я? Чё, Дань? Вероника, ты же любишь громкие кадры? Нет! А, там вообще вновь. Так, какой это наград? На базу. Я вас любил. Душа моей угасла. Ну пусть она вас больше не любит. Я не хочу печалить вас ничем. А теперь на табуретку. Как Дедушке Морозу, давай. Я вас любил. Любовь еще бы не может. Душа моей угасла. Не совсем. Ну пусть она вас больше не любит. Ах. Так, вот выше, Виктор. Виктор, давай, пожалуйста, помогите. Уйдите всем. Здравствуй, Дедушка Мороз. Бородая сваты. Подари на Новый год VVX5. Да не делай так. Пожалуйста, не надо. Дура. Тоже. Поддерживаю. Чуть не отнесли в детдом. Давай. Тут Саша. Вот она. Саша. Саш. Саш, Настя. Саш, Настя. Да? Пять дней. Ладно. Я думаю, что зовёшь. Соня Борисовна, можете нас выслушать? Настя. Но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робости, то ревности томим. Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам Бог любимый быть другим. У меня такие глаза красивые. Thank you.
Ну вы так тоже. Если вы знаете, что подарить мне на Новый год, подарите мне вкусные напитки и мукалтин. Батюшки. Знакомьтесь, это дурочка. Это моя сестра-близнец, дурочка с Егорочка. Ну и что? Вот вы эти будете. Кстати, я ее двоюродная сестра. Да. Она гуляет с волком. Я тоже. Кстати, подумай, что вы чокнутые. Кто? Я говорю, я не думаю, что вы чокнутые. Почему? Да, подумай, с волком. Если будут вопросы, пишите в комментариях, мы вам ответим. Она ответит. Посетим, стрим сделаем.